Резиденция волшебника находится неподалеку от дельфинария. Ежедневно с полудня до 6 часов вечера гостей парка готовы встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Конкурсы, песни, развлекательные программы и, конечно, хоровод вокруг пушистой красавицы не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Помимо праздничного интерактива для посетителей работает и новогодняя ярмарка. Здесь можно приобрести сувениры, расписные деревянные изделия и лакомства. А ждем мы от Нового года? Чего ждут все остальные? Мира, добра, любви, счастья. И чтобы исполнились все наши желания.